Мінская вобласць рыхтуецца да зімовых свят, а каб навагодні настрой напоўніў кожны дом, актыўна працуюць і лясныя гаспадаркі. Хвойныя дрэвы да 10 гадоў вырошчваюць у спецыяльных гадавальніках. Толькі на гэтых яловых палях у Смалявіцкім раёне падрастаюць 7 мільёнаў саджанцаў. Для іх ствараюць спецыяльныя умовы, каб ёлка была пышнай і сіметрычнай. Новогоднюю ель мы готовим еще весной. Ель со школьного отделения сажаем в катки. И они уже до осени находятся в катках, произрастают. Помимо ели европейской, в катке мы также сажаем ель голубую для реализации населению на новогодние праздники. Объезжаем наши территории, ищем там лесосеки, которые подходят для заготовки новогодних деревьев. На специально отведенных плантациях для выращивания новогодних деревьев. Также мы заготавливаем их на рубках главного пользования и сплошных санитарных рубках, где не предусмотрено сохранение подроста. Ну а также на рубках ухода. Нарыхтоўку святочных дрэў у лясах пачынаюць бліжэй да сярэдзіны снежня. Набыць іх можна ў лясніцтвах, а таксама на традыцыйных ёлачных кірмашах. Сёлета яны стартуюць у сталіцы 22 снежня. Будет организована продажа живых елей. Значит, для удобства покупателей в ближайшее время будет представлена информация с указанием конкретных площадок, где покупатели смогут приобрести живые ели. Режим работы данных елочных базаров определен с 10 до 19:00. А там часам гандлёвыя цэнтры пачалі продаж штучных ёлак, а таксама навагодніх упрыгажэнняў.